палате пациент? Да. Ну, он рыгает, наверное, через потому что он болен. Через каждый час рыгает, а меня тянет обратно, я не могу покушать. Меня тянет то обратно рвать. Так вы опять живете здесь? А кто? Где? Ну, на остановке. Вы обосновались на остановке. Люди не могут... Так вот. Ну, я не мешаю. Ну, вы извините, от вас тоже запах. Вот вы говорите, что там человек рыгает, и вам стало плохо. Я помылся. От вас запах тоже идет. Я помылся. Я моюсь. А дома знают, что вы здесь? Дочь, сын знают, что вы здесь? Нет, вы. Дочь и сын знают, что вы здесь опять сидите? Только не туда. Почему? Ну, тут смрад, который я вижу. Я не могу жить в таком сроке. Понятно.